Дом – это то место, где человек должен чувствовать себя комфортно и безопасно. То место, куда всегда хочется вернуться. Сегодня я хочу рассказать вам о роскошной усадьбе в стиле русского модерна со своим озером и огромным парком из ценных пород деревьев, который находится в русской Швейцарии. Так называют Рублевку за красоту природы, прекрасную экологию и безопасность. Если вы хотите не просто купить дом, но и удачно инвестировать, хотите жить в своем мире недалеко от столицы, хотите чистейшего воздуха и статусного соседства, тогда усадьба на Рублевке с гектаром земли – это отличный выбор. Способен ли дом удовлетворить самые современные требования и малейшие прихоти своего владельца? Да, если это усадьба на Рублевке. Главный дом создан в традициях классического русского особняка. Усадьба встречает двухуровневой гостиной, полукруглый эркер с большими витражами, которые тонко и изысканно преображают солнечный свет, льющийся из многочисленных окон. Внушительный камин погружает каждого гостя в состояние покоя. Изысканные детали, антикварная мебель, кованые ограждения и витражи, лестница из натурального мрамора и полы из наборного дубового паркета формируют уникальную атмосферу жилого пространства. Каждая деталь продумана так, чтобы соединить классическую архитектуру с изысканным внутренним интерьером. Большие просторные светлые спальни с видом на собственный парк, уютный рабочий кабинет, гостевая комната, собственный домашний кинотеатр. Отдельного внимания заслуживает спортивная зона и спа. Тренажерный зал, зал для бальных танцев, отдельная игровая комната. Если вам захочется порадовать свое тело, то хаммам, сауна и массажная в вашем распоряжении. 16-метровый бассейн с противотоком для любителей плавать и джакузи для любителей отдыхать. Из бассейна выход на патио, где вы можете соединиться с природой. Дом, в котором можно прекрасно не только жить и работать, но устраивать роскошные приемы, собирая всех родных и близких. Выбор за вами. Приезжайте знакомиться с усадьбой или покупайте не глядя, чтобы уже завтра окунуться в новую и красивую жизнь.